Ну вот, дорогие друзья, мы с вами подобрались к той самой сложной из проекта. Как вы поняли, это гусеница. Мы с вами делали колеса вот эти делали колеса, вот эти. Помните, да? Потом мы сделали ведущее колесо, шестеренку. Ну и до этого я вам показывал, как работать с array курвы. То есть она находится вот здесь. Я вам напомню, что вам необходимо, если вы работаете в этом деле, да, хотите сделать array курвы, то вам надо вернуться к одному из моих видео, где я это подробно расписал. А здесь я вам скажу так, что нам нужно будет здесь собрать по этому контуру над нашими колесами, где будет располагаться вся вот эта вот оставшаяся часть гусеницы. Надо будет сделать, то есть, ну вот с помощью вот этого инструмента, только надо более аккуратно обходиться, да? Я просто вам показываю. Я говорю, если вы хотите это повторить, найдите мое то видео, оно три видео раньше, наверное. Ну, вот тогда, допустим. И здесь вы делаете, я просто коротко вам показываю. Вот, какой-то кубик такой вот. Говорите окей, а потом вам нужно нажать F, здесь сказать курвы, найти курву array, показать этот курву array, и у вас, ну только это надо, конечно, сюда поставить поближе. Так, сейчас секундочку. Вот, поставим поближе. Это я. Так, так. Сюда вот, допустим, да? Окей. И потом, как я сказал, F. Курва. Курва array. Мы говорим, по какой курве нам надо, видите? И говорим, сколько нам их нужно. Ну, допустим, вот столько, да. Плавность зависит от той курвы, которую вы приложили. Если вы сделали такую грубую, как я, ну это я просто вам показал. А то, что вы делаете вот эти детали и раскидываете их по этому контуру, в итоге вы получаете вот такую гусеницу, дублируете ее, и в итоге будет у нас с вами гусеница. Я думаю, что вы уже догадались, к чему это ведем. Это не что иное, как кеттенрад. Кеттенрад — это мотоцикл гусеничный. Его производили во время Второй мировой немцы. И он оказался очень удачным. Его делали много, и немцы его любили, в общем-то. Я вам под конец сейчас покажу, как он выглядел. И вы сразу увидите, что мы еще будем с вами дальше делать, чтобы закончить этот проект. Может быть, между этим что-нибудь еще сделаем. Не знаю. В общем, вот так. Пока.